Всем привет, меня зовут Юркеш. Сейчас будем снимать прикол. Полейте меня, пожалуйста. Голова болит. Вам таблеточку дать? Таблетку? А какая? От головы. Какая? Цитрамон. Цитрамон? Да не, я думаю. У меня есть вода, я могу вам дать. О, вода есть. Голова просто болит. Луковицу просто. Я Чиполлино смотрел мультфильм вчера, и у меня вот луковица выросла. Надо полить. А вы уверены, что полить? Ну, полить, конечно. Она же вянет. Видите, вянет чуть-чуть. Чуть-чуть уже подвяло, надо полить водичкой. Прям так, да? На одежду, если попадет, ничего страшного? Не, вот так надо аккуратненько полить. С корней или как? Да, лучше корни, потому что корни начинают подсыхать. Девушка, у вас там вода, вижу. Сюда полить надо. Полить. Чиполлино надо полить. Что смешного, если вы его не польете, я умру. Вы сейчас серьезно? Да. Реально полить? Полить. Не подпалить, а полить водичкой. Нет, вы голову вам полить? Полить. Не голову, а Чиполлино полить. Ну вы видите, он растет, он начинает вять. Не попробуем, надо нормально это все сделать. По-человечески. А, ну не так не сильно, он же гниет. Надо полить. Что полить? Вот это. Вот это? Полить, да, нужно. Не спалить, а полить водичкой. Что, серьезно, полить? Прям да, оно начало расти, а когда оно начинает засыхать, у меня очень голова болит. Вы серьезно? Да. Вот это что? Да, вот это вот, да. Полейте мне, пожалуйста. А можно потрогать? Потрогать? Ну, потрогайте тогда. Вы сможете полить? Могу, конечно, давай уже. Ну, только аккуратненько, вот так. Ничего смешного здесь нету, надо серьезно вот это вот все полить. Вы что? Смотрите, вас снимала скрытая камера. Тут же этот микрофон.